Короче, я расписала свой сегодняшний день. Утренние процедуры. Мне нужно сходить на маникюр, переделать два пальчика вот эти. Потом я пойду после маникюра сразу же в школу и также уже дома буду делать оставшиеся дела. В общем-то, сейчас первым в списке у меня было идти на маникюр. Буквально осталось мне на него 3 минуты, прикиньте, 3 минуты. Ой, подождите. 3 минуты, я опаздываю, мне еще идти на маникюр. Капец, я опаздываю. Я уже дома, мне переделали маникюр. Давайте уже, значит, поставим галочки к делам, которые я сделала. Маникюр я сделала. В школу я сходила. В библиотеку я тоже сходила. И мне осталось 2 часа занятия на Рэше и 1 час. Здесь я уже приступила к занятию на Рэше. Делала я алгебру. Повторяла как бы тему, которую мы прошли в первой четверти. Вот. А потом я уже начала заниматься по учебнику ОГЭ. В общем-то, я уже позанималась. Сейчас я вам покажу, что я делала. В общем-то, я повторила некоторые термины по физике. Но в основном сегодня я занималась по вот этому вот задачнику. Я решала первый вариант. Вот, я решила получать первый вариант. Всего 26 заданий было. Некоторые из них, конечно же, мы еще не проходили вообще. Так как это вообще, как бы... Мы как бы только начали же учиться в 8-м, а тут как бы за полностью за 8-й и полностью за 9-й. Поэтому что мы прошли, я сделала, повторила. Потом сделала некоторые примеры из вот этих задачников, повторила. Так как там вот в этом вот нужны были из 6-го класса задания, поэтому я тоже достала, начала повторять. И, в общем-то, сейчас я собираюсь идти в школьник и купить себе там один прикольный текстовый делитель за 35 рублей. Поэтому погнали. Я уже дома, и вот мои 2 покупочки. Это пастельный маркер двухсторонний за 34 рубля. Вот в этом оттенке. Вот. Ну, в общем-то, там 76 написано. Вот такой у него край. Вот как бы срезанный. Вот. А второй край как бы обычный. Ой. Вот этот оттеночек. Вот. И второй край у него обычный, как у маркера. Также я купила себе это стикеры. Неоновые. После холода, не знаю, что-то мой телефон совсем глючит. Обычные вот такие вот закладочки. И теперь у меня получается 3 текстовых делителя. Вот этот вот хочу, не знаю, выкинуть или отдать кому-то, потому что он, если честно, ужасный. Ужасно морает тетрадь, просвечивает, а вот этот вот он вообще замечательный. Вот. В общем, мое впечатление об этом маркере. Ужас. Ужас и еще раз ужас. Ужасно просвечивает. В общем, больше ничего сказать не могу. Очень разочаровалась. 34 рубля потратила. Вообще вышла в такой холод, в такую ветрищу ради вот этого вот маркера, о котором мечтала. Ужас. Нет, не покупайте. Вот просто, вот вы запомнили, я надеюсь, да? Все.